15 января начались занятия по изучению компьютерной грамотности среди людей пожилого возраста в городской библиотеке имени Носова. Руководство ТОС Юраковский организовало по просьбе пенсионеров курсы для начинающих пользователей современным персональным компьютером. На курсы пришли 18 человек. Преподавателем по обучению стала библиотекарь Галина Кузиахметова. На первом занятии она рассказала слушателям об устройстве компьютерной системы, начале работы на персональном компьютере, вариантах загрузки, значках и ярлыках. Затем слушатели разделились на группы и на практике стали отрабатывать полученные знания. Курсы будут проходить два раза в неделю, по вторникам и четвергам. Пенсионеры были довольны, что они снова сели за парты.